тиной. Окремели грозы, слезы высохли мои. Где же та калина, где же та рябина, где же та девчонка, что мечтала о любви? Где же та калина, где же та малина, где же та девчонка, что мечтала о любви? Пробежали весны, пролетели зимы, был жар свиданий, разлук, холодный лед. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и нашей встречи ждет. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и нашей встречи ждет. Учреждения образования, здравоохранения, торговли. До сих пор многие из них трудятся на нашей славной земле. Можно и нужно говорить об этих замечательных тружениках, о нас с вами, друзья. Но сегодня мы собрались отдать должное песенному таланту Татьяны Гордеевой, которая и была одним из таких специалистов. Ты откуда, русская, появилась музыка? То ли в чистом поле, то ли в лесе мглистом, в радости ли, в боли ли, или в птичьем свисте? Ты скажи, откуда грусть в тебе и удаль? Как ты появилась с самого начала? В чьем ты сердце билось? В ком ты зазвучала? А музыка в Танином сердце звучала всегда. Так как семья была музыкальная, дед балалаечник, отец инженер, а вторая профессия преподаватель музыкальной школы, мама первая запевала на деревне.
любовь к музыке, к родной земле, дорогому сердцу воздвиженскому, пронесла Татьяна через всю жизнь. Татьяна Воздвиженская своими рассветами, волжскими берегами, запахом скошенной травы и земляничных полян запало это село в ее душу так, что даже Москва не смогла удержать ее. Как после окончания оркестрового отделения Ярославского училища культуры 1 января 1977 года приехала в Воздвиженское, да так 38 лет здесь и живет. А сейчас авторская песня Татьяны Гордеевой, ставшая гимном и визитной карточкой села Воздвиженского. Yeah.
песнями богата родина моя. Прославляет песня малые края, звонкая, веселая, грустная порой, льется по России вольною рекой. Bye.
Татьяна Николаевна Гордеева сидит в зале. Это ваша опора, ваша поддержка, ваше надежное плечо. Мы говорим об Анатолии Викторовиче, который и в горе, и в радости всегда с вами. В этом году вы отметили свой 40-летний рубиновый юбилей. Посвящает своему мужу.
рекой, куда я шла, забыв про устали, за чувства, ставшие с прокой, за строки вызванные чувством, за чувства, ставшие с прокой, за строки вызванные чувством. Что мне любовь твоя порой была нужнее хлеба, за то, что выдумала я тебя таким, каким ты не был, за то, что выдумала я тебя таким, каким ты не был. Ее одарила супругом, детьми. Это в них ее сила. Они ее любят, часто просят совета. Да здравствует дама прекрасная эта! Татьяна Николаевна, у вас очень дружная и сплоченная семья. С одной стороны муж, с другой дочка. Любимая, ненаглядная, единственная. Заботливый зять и двое замечательных внуков. Для всех мам, у кого есть дочери, а я для своей Оксаны пою песню «Доченька». Захожу в красивый радостный дом, я рассвет. Снова будем с моей дочкой вдвоем ждать рассвет. Пусть измученное сердце порой так болит. Знаю, дочка, мое сердце поймет и простит. Поболтаем обо всем в тишине, моя взрослая красивая дочь, теплотой согреет душеньку мне, моя взрослая красивая дочь, теплотой согреет душеньку мне. Ты похожа, как две капли воды на меня. Улыбаешься загадочно ты, дочь моя. Но измученное сердце порой так болит. Хорошо, когда есть тот, кто поймет, кто простит. Поболтаем обо всем в тишине, моя взрослая красивая дочь, теплотой согреет душеньку мне, моя взрослая красивая дочь, теплотой согреет душеньку мне. Thank you.
Если веришь ты никого не родней. Быть счастливой, моя доченька, просто сумей. Пусть счастливое сердечко так ярко горит. Ну а мамочка твоя все пойдет. Мысли грустные прочь, поболтаем обо всем в тишине. Моя взрослая красивая дочь, теплотой согреет душеньку мне. Вмиг уходят мысли грустные прочь, поболтаем обо всем в тишине. Моя взрослая красивая дочь, теплотой согреет душеньку мне. Моя взрослая, красивая дочь, теплотой согреет душеньку мне. Спасибо большое. Ой, да что же это вы все заплакали? Вы знаете, я очень люблю одну песню, и мне очень отрадно, что сегодня в зале много моих друзей, людей, которых я постоянно хочу видеть, с которыми встречаюсь. Я хочу сказать, что уходит время безвозвратно, неповторимые года. Нам всем казалось, что когда-то мы будем молоды всегда. Нам всем казалось год от года, когда приходит в мир весна, что нас помилует природа, что нас не тронет седина. Уходят годы осторожно. Мы не сдаем своих высот. Ну, только зеркало безбожно наш возраст все же выдает. И сейчас я хочу вместе с вами, вместе с залом, с моими друзьями спеть замечательную песню, которая называется «А годы летят». Кто не знает слов, пожалуйста, они будут на экране. Готовы? Марина, хватит плакать. Прекращай. Прежде верны,
Ползала ведь скоро вас видно скоро сидеть. У меня бабуля Таня, русская красавица. Так играет на баяне, все ей круги нравятся. Она песни сочиняет и частушки, а поет много лет в Доме культуры, людям праздник создает. Мы с бабулей очень дружим, учим песни и стихи, приготовим вместе ужин, любим стряпать пироги. Провинюсь, посмотрит строго, и у нас не договор. Подрасту еще немного, запишусь к бабуле в хор. Мы с друзьями пястаю, Танюша выступаю как гарант. Откровенно заявляем, наша бабушка талант. А вы до Олега, интересно, бабушка заставляла песни петь? Ну, было дело. Было? Так, наверное, они сейчас нам споют, да? Я, наверное, даже один спою. Один? Да. Ну, ничего себе. Старый сад золотой росой, без меня на рассвете плачет, возвращаюсь к себе домой, мне не хочется жить иначе. Устаю от земли чужой, непонятной и незнакомой. Возвращаюсь к себе домой, как всегда хорошо мне дома. А на утреннем небе всплывает заря, ты мой дом, ты мой берег, Россия моя. Где б я ни был, я верю, уже не темно. Ты, Россия, мой берег, Россия, мой дом. Сердце мне, чтоб песни русские звучали на нашей вольной стороне. Сыграй гармонь мотив заветный, почти забытый на земле. Пусть будут звуками согреты те, кто родился на селе. Thank you.
Татьяна Николаевна, оказывается, очень много людей помнят и дорожат знакомством и дружбой с вами. Так вот, ваши однокурсники просили передать вот этот букет вам именно после этой песни. А кто не догадался, песня авторская. Она будет ругать, но песня авторская. Татьяна Николаевна, а вы знали, что у вас в Воздвиженском есть Дубравушка? Именно Дубравушка, друзья. А что тогда Гордеева все возмущается? Извините, не Дубравушка, у нас Дубрава. Давайте зал спросим. Дубравушка или Дубрава? Дубрава. Я вам Дубравушка, скажу, почему. Дубравушка. Я вам скажу, почему. Мы крепко вросли в эту землю своими корнями, даже те, кто приехал. Однажды Сергей Алексеевич Яковлев помнит, что однажды на Татьянином дне во дворце, когда мы выступали, вот я участвовала, принимала участие, и мой хор был в мою поддержку, как гарант выступали, да? У одной дамы муж сидел в зрительном зале, сзади сидели городские женщины. Мы выступаем, а он слышит за собой такие слова: «Надо же, какие в деревне девки-то, смотрите-ка, одна одной краше, одна одной лучше, кровь с молоком». Тут он не выдержал, поворачивается и говорит: «Ага, всю кровь из нас мужиков выпили». Все, с этого момента, с подачи Ольги Румянцевой, мы стали Дубравой. А я говорю Дубравушка, потому что хор женский, и все они нежные, замечательные. А история этого хора – это особая история. Все вы помните, в том году мы отмечали его юбилей. Лауреат различных конкурсов, призер, победитель, дипломант. Хор имеет много заслуженных званий и наград, но для Татьяны Гордеевой в первую очередь это ее подруги, ее коллеги и просто близкие-близкие соседи, которые всегда рядом и на сцене, и в жизни. Итак, Татьяна Николаевна, подарок Дубравушке. Подружка светло-русая, побыть твои глаза и голос с ноткой грустною, и трудно, и нельзя. Удача – дело случая, а как иначе быть? Мы обе верим в лучшее, и обе в этой дружбе бывает, но если нужно, очень мне нужно, ты будешь рядом, правда, подружка, такая разная. Мне хорошо с тобой, что вместе было пройдено, степи не забыть. Мы обе очень гордые и обе любим жить. Женская дружба не отдыхает, всякое в этой дружбе бывает, но если нужно, очень мне нужно, ты будешь рядом, правда, подружка. Мажорными аккордами грохочет небосвод, и белою смородиной по мокрой крыше бьет дорога. Белая, опасна как судьба, моя подружка смелая, надеюсь на тебя. Женская дружба
живет, поет и процветает потому, что каждая солистка хора по-своему талантлива, уникальна, по-своему интересна. Когда они вместе, рождается песня. Итак, на сцене воздвиженский хор «Дубраушка». Сергина Ольга. Соколова Мина. Сергина Наталья. Кужилкина Екатерина. Катаурина Татьяна. Гуркина Галина. Бокова Екатерина. Евсеева Ирина. Сегодня, к сожалению, Орлова Валентина. Спрятались, блин, там был шибман. Зорина Надежда. Ну и что это? Ну-ка, посмотрите. Дубраушка. К сожалению, сегодня нет Румянцевой Ольги и Алевтины Данилян. И Манвела Альбертовича тоже, к сожалению, нет. Oh,
Культурная жизнь села всегда была и есть неразрывно связана с нашим хозяйством, с нашим авангардом. Агитбригады на колхозных полях, концерты в мастерских, на фермах – все это всегда украшало жизнь селян. Регистрация браков, новорожденных, вручение паспортов, торжественные проводы в армию, на пенсию, чествование передовиков производства – все это было работой именно учреждений культуры. А вы знаете, что Татьяна Гордеева не только поет, она еще режиссер, сценарист и постановщик многочисленных мероприятий, праздников, спектаклей. Причем делает это очень профессионально, самокритично, понимает в этом толк. И сегодня очень просила, чтобы на этой сцене мы повторили сцену из спектакля «Женитьба Бальзаминова», который на ваш суд представят сейчас головинские артисты. Встречайте! Найди мне невесту! Ну что ты за мной ходишь? Ну найди мне невесту, да побогаче. Ой, ну не знаю. Ладно, будет тебе невеста. Тебя, за что?
За то, чтоб не лазал по заборам. Ну вот что. Тебя я еще толкова. Да где же я возьму-то? Будет, будет тебе. Вот только ты от моей ласки не на шаг. Вот что скажу, то и делать. Тебя идешь хозяйки. Она вдова. По состоянию сверх границ. Понял? Я тебя позолочу. Завтра-завтра условия подпишешь. А тебя забей к ней. Говори одно слово. Влюблю. Целую ручку. Да не мне есть. Иди на помойся. Удобно, если к ней она. Это знакомый по ошибке. Зачем же вы? Влюблен. А чего через забор? Почувствовал? Вы на меня не сердитесь? Никогда не сержусь. Я добрый. Ты что делаешь? Ничего. И я ничего. Скучно одно ничего делать. Вместе веселее. Ну как же ж можно? Гораздо веселее. Но это за счастье почту. Пожалуйте ручку поцеловать. Не любите меня. И я вас буду. Покорнейше вас благодарю. Сегодня выйти вот на эту сцену, на которой я уже не был, не знаю, сколько лет уже, да, я даже не помню, сколько лет. Очень жаль, конечно. Но тем больше приятно выйти на эту сцену, вот в этот новый, можно сказать, действительно новый, отремонтированный Дом культуры, который заботой власти отремонтировали к Татьяниному бенефису, наверное, да, Тань? Полтора года назад. Ну ладно. Давайте, это все хорошо, мы сегодня поговорим о человеке, который всю жизнь отдал этой сцене, отдал этим людям, которые сегодня, Тань, пришли в этот зал, чтобы сказать тебе слова благодарности за то, что ты делаешь для них, и не только для них, а для всех людей Угличского района. Потому что тот коллектив, который ты ведешь, которые вот вышли сегодня на сцену, многих я знаю, помню, и они, наверное, меня... Сколько вы сделали до доброго, светлого,
это дорогого стоит. Мы с Татьяной, наверное, познакомились в 80-м году, да, когда я пришел в отдел культуры райисполкома. И вот с тех лет... Раньше, когда я на концерте первый раз его увидела, он изображал, как жена собирается в театр. А, ну вот эти дела. Ну-ну-ну. И вот на протяжении этих лет мы всегда поддерживаем такие теплые дружеские отношения с Татьяной Николаевной, с ее супругом, стали приятно этих людей видеть. Я хочу сказать сегодня, Татьяна, тебе огромное спасибо за то, что ты делаешь. Потому что люди, которые творят не для себя, а творят для людей, они, наверное, самые счастливые люди. И когда мы слышим вот эти аплодисменты, которые сегодня в течение всего вечера звучат в зале, это бальзам на душу тех людей, которые стараются для вас, готовят различные мероприятия, праздники, концерты. И я тебя хочу поздравить с твоим бенефисом. Пусть это будет не последний бенефис. Мы еще молодые, сил у нас полно, и мы еще почудим и потворим. Конечно, я тебя поздравляю. На бенефис обычно принято с подарками приходить, ну вот от меня. Да, кстати, Тань, еще один момент упустил. Тебе большие поздравления от Татьяны Сергеевны от Жаровой. Это ну, вот эта команда, которая из старичков, там у нас еще Валя Смирнова есть на Дивной горе. С одного года рождения. Кстати, я в этом году тоже с супругой 40 лет отметил, так что мы как договорились. Значит, и поздравления тебе шлют еще ансамбль наш ансамбль конфетти, ансамбль мотания, к сожалению, спасибо. Ольга Данес. Ну, они хотели приехать, но ничего не вышло, они позавчера улетели в Грецию на фестиваль. Ну, шлют тебе тоже поздравления. Ну, а я тоже приехал не с пустыми руками. Я сейчас приглашу на сцену солистку арт-группы «Добрый вечер» Женю Кузнецову и солистов образцового ансамбля танца конфетти, это Букину Полину и Родиона Арсеньева.
Всегда и погибну, снова выживет, чтоб опять прийти сюда. На меня билеты проданы, значит, есть, выходит, спрос. Вам спасибо, люди добрые. Буду петь для вас всерьез. А что петь-то будете, Татьяна Галана? А я хочу прилупских девчонок на сцену пригласить. Мы тоже с ними пели очень-очень много лет назад. Занавесочки? Занавесочки – это потом. Камушкам лежит ручей, и я не знаю.
Знакомый голос девичий поет мне о любви, и вторят с этой реченькой ночные соловьи. Гармонь моя, гармошечка, играй не уставая, про реченьку глубокую гармонь моя сыграй. Гармонь моя, гармошечка, играй не уставай, про русы косы девичьи гармонь моя сыграй. Я не хочу про баян больше, про гармонь, я про гитару вам спою. Ну, про гитару мы тоже послушаем. Этого хора. Вера, ну, интересно. Я знаю, что творческий путь у вас очень такой серьезный.
Опыта много, и с Татьяной Николаевной вы тоже шли рука об руку. Но есть что-то интересное вспомнить? Когда я в 86-м году пришла работать в колхоз, он не работает. Пришла работать в колхоз, я очень люблю петь, также влилась в свой коллектив, у нас в клубе был хор свой. И вот мне очень запомнилось, мы ездили по всем смотрам, конкурсам, мне очень запомнился наш дух соревнований. Мы все время Плоскинский хор и Воздвиженский хор. Все время мы соревновались. Мне так это нравилось. Ильинский хор и Воздвиженский хор. А сейчас, Татьяна Николаевна, а теперь мы с вами в одной лодке. И я думаю, мы будем грести в одном направлении, чтобы нам не утонуть и чтобы, не дай бог, не потопить нам эту нашу лодку. Желаю вам исполнения всех ваших планов. Творческих и всяких-всяких разных. И главное здоровье, чтобы все задуманное, то, что вы задумали, чтобы все задуманное исполнилось. Удачи вам! Ну а сейчас наше любимое «Ворожи, не ворожи».
Молодость наша богата талантами. Сегодня на наш праздник поздравить вас, движенцев и Татьяну, приехала Головинская журавушка. В предстоящей битве хоров, традиционной уже, которая состоится в ближайшее время, головинцы достойные соперницы дубравушки. Но сегодня, на этом празднике, они здесь друзья. Вы знаете, одновременно с Татьяной Николаевной Гордеевой на Головинскую землю приехала и Гусарова Елена Георгиевна. Елена Георгиевна была секретарем огромной партийной организации «Головина», а Татьяна Николаевна в свое время была секретарем комсомольской организации Воздвиженского. У них тоже очень много добрых общих воспоминаний. Я хочу предоставить слово Елене Георгиевне. Дорогие друзья, мы сегодня очень рады присутствовать на таком замечательном празднике, на Дне села Воздвиженска и бенефисе Татьяны Николаевны Гордеевой. Мы практически начинали почти в одно время работу на селе. 70-е годы, 80-е годы. Это для Ульского района было такое время, когда шло развитие сельскохозяйственного производства и очень серьезное внимание со стороны горкома партии и райисполкома уделялось развитию и социальной сферы на селе, и развитию культуры на селе. Ежегодно проводились смотры художественной самодеятельности в районе. Ну а для того, чтобы культура была на селе и чтобы действовали все социально-бытовые учреждения, должны были быть специалисты, и они потихоньку в колхозы приезжали, куда-то культработник, куда-то медик, куда-то, значит, воспитатель детского сада и так далее. И кто-то отрабатывал положенный срок и уезжал, а кто-то пускал корни на той земле, куда приехал молодым специалистом. Вот таким специалистом оказалась и Татьяна Николаевна, ну и я, как говорится, тоже как приземлилась в Головине, так вот до сих пор там и живу. Поэтому как бы судьбы у нас такие общие. А вообще мы всегда, головинцы, завидовали очень воздвиженцам, потому что вот один из таких профессиональных, активных работников культуры у них был, а у нас такого вот руководителя самодеятельности не было. И когда на смотрах Татьяна выходила с хором, с баяном, мы завидовали, ну, правда, белой завистью. Ну, а теперь мы единое целое, это Головинское поселение, и нам тоже вот с Татьяной Николаевной довелось и петь, и участвовать в мероприятиях, поэтому мы очень рады. И желаем мы от нашего коллектива, Татьяна Николаевна, еще долго-долго быть на этой сцене, быть активным руководителем, нас воодушевлять и поднимать, и не давать нам, скажем так, стариться. Вот она сказала, что зеркало иногда выдает как бы то, что это самое, года идут. Да не зеркало выдает, это зеркала стареют, а мы остаемся все такими же молодыми, задорными и энергичными. И вам желаем быть еще долго-долго энергичной, молодой, задорной, обаятельной женщиной. Удачи и счастья вам во всем. Песня на наши цветы из репертуара Воздвиженского хора. Встречу зари, где каждый цветочек
слышал хоть раз, как в России поют, не расстанется с песней вовеки, так снега по весне ручейками бегут, а потом разливаются в реки. А старушка земля все никак не поймет, в чем же край кроется тайна России. То ли песня прекрасна, а то ли народ, распевающий песни такие. Сегодня у нас в гостях наши прекрасные, замечательные друзья. Группа «Визави» на сцену! Как говорит он один, вообще-то их трое, но пока один.
На краю бескрайней синевы, над ручьем с дощатыми мостками, там, где васильки среди травы, я любуюсь молча облаками. Вместе с нами наши надежные друзья, заместитель главы Угличского муниципального района Исинский Алексей Игоревич. Дорогие земляки, от имени главы района хочу вас всех поздравить с вашим замечательным праздником. Я считаю, что поскольку Головинское сельское поселение в экономическом плане наиболее развитое, вы вносите наибольший вклад в копилку работы Угличского муниципального района, поэтому вы так здорово и отдыхаете. И в этом огромная заслуга хозяйки поселения Татьяны Николаевны. Татьяна Николаевна, прямо оттуда. Наклонитесь ко мне. Я хочу сказать огромное спасибо
хозяйке сегодняшнего вечера, Татьяне Николаевне Гордеевой. Вот. Ну, в России любят праздновать, празднуем много. Сегодня праздновали Телеухина Строителя. Вы знаете, наверное, что в воскресенье у нас и не только воздвижники Креста Господня, но и День Мухина Строителя, День Воспитателя и всех дошкольных работников. Праздновали День Мухина Строителя. Один парень, ну, парень для меня, да, он сказал, что уже 41 год работаю токарем, из них 20 лет я самый молодой токарь на предприятии. Вот, я думаю, что Татьяна Николаевна, 38 лет, самый молодой заведующий клубом села Воздвиженского. Это значит, что жизнь только начинается, творческая жизнь, безусловно, только начинается. И есть повод через 2 года отпраздновать очень хорошее юбилей. 40 лет не справляет. Ну, через 7 лет наверняка отпраздновать. Ну, придется вам так же. Спасибо большое. Дорогие друзья, я сегодня как Head and Shoulders в одном. Вот эти вот часы только для клуба. Я понимаю, что они вам не нужны, потому что счастливые часы наблюдают. Но так хотя бы, чтобы во время с работы уходить. Это целое время по тихий час, да, Алексей Борисович? Да, вот такие очень красивые часы. Вот, и книга в здешнюю библиотеку. Значит, сейчас, наверное, знаете, очень хорошая серия идет. Библиотека Земли Ярославской. Вот из этой серии мы дарим книгу «Святые Ярославской земли». Здесь про двух углических святых. Это Кассиан Углический и Паисий Углический в том числе. Это для вашей библиотеки. У меня... Помимо вот больших праздников, о которых говорил, еще и личный праздник, значит, в воскресенье 50 лет моему хорошему другу. Значит, сейчас распределяем культурную программу. Ну, знаете, как бывает на юбилеях, кто-то танцует, кто-то встает на табуреточку, часы, стихи читает. Мне сказали, ты будешь петь занавесочки. Я говорю, это женская песня. Говорят, ты так достал, что тебе уже пора, значит, на большую сцену с этой песней. Поэтому я очень благодарен Головину Татьяне Николаевне за то, что они поучаствовали в моем музыкальном воспитании. Спасибо вам огромное. Татьяна Николаевна, а перед тем, как занавесочки, очень хочу пригласить на сцену Ларису Сергеевну Захарову, нашего уважаемого депутата, очень заботливую женщину. Она тоже с нами всегда. Обещали у вас сегодня праздник, сказали, что у вас сегодня день села. А праздник получился вдвойне, потому что Татьяна Николаевна сделала большой сюрприз, сделав бенефис такой артистке вашей. Татьяна Николаевна, вот есть такие звания, самые высокие у артистов, это звание народный артист. Пора сделать звание народного артиста Головинского поселения, потому что столько артистов, одни лучше других, у вас такие костюмы, у вас есть все-все. И когда я покупала подарок, они мне не говорили, что надо подарок, но я думаю, надо что-то такое купить, но у них все-все есть. И поэтому, и вот как угадала, у вас нет спортивной площадки, я думаю, раз есть такие артисты, может быть, появятся у вас мастера спорта по волейболу, вот волейбольный мячик, Татьяна Николаевна. На этом концерте я даже плакала от души, наверное, потому что те песни, которые пишет Татьяна Николаевна, и группа поддержки, которая все это сопровождает, это песни настоящих русских людей, которые любят свою Россию, любят дом, в котором они живут, землю, и умеют не только хорошо отдыхать, а еще лучше работать, потому что вот чтобы так хорошо жить и петь, поется только тогда хорошо, когда в доме у тебя все хорошо и душа поет. Поэтому, дорогие мои, с праздником, любви, здоровья, благополучия всем вашим семьям. Татьяна Николаевна, а вам еще такого же задора, вот чтобы так же вы вот все вот эти вот народные такие состояния души все поднимали, значит, организовывали людей. И спасибо вам большое, Татьяна Николаевна, берегите, любите, и вообще пусть она вот живет в таком состоянии стихов, любви и вообще всего-всего самого-самого доброго всем. С праздником, с вами. Лариса Сергеевна почти угадала. Вот если вы заметили, на этот день села мы успели сделать новую детскую площадку. А сейчас на очереди спортивная универсальная площадка, которую вот видели, наверное, в Головино. Мы уже начали все процедуры по ее строительству. Так что я очень надеюсь, что мяч точно будет на новой площадке пригодиться. А сейчас хочу слово предоставить своей коллеге, своей подруге, которая всегда со мной и в радости, и в горе.
главе Улепинского поселения Малковой Татьяне Александровне. Дорогие селяне, я поздравляю вас с замечательным праздником, с Днем Села. Праздник ваш необычный сегодня, настолько трогательный и душевный, что, ну, наверное, ползала, всплакнула не только мы. Я хотела бы сказать огромное спасибо Татьяне Николаевне Гордеевой, благодаря усилиям которой держится культура в этом селе. Люди поют на этом селе, отдыхают вместе. Это только кажется, что это вот так просто выйти на сцену, спеть. Это далеко не простой труд. И я знаю, как она волновалась, я знаю, как она готовилась к этому замечательному празднику. И хочу пожелать ей только одного – дальнейших творческих успехов. И смотрю, вот как песня делает человека моложе, красивее. Она горит, любит, и эта любовь ее окрыляет. Дай Бог этой любви к земле, к семье, ко всему, что ее окружает, еще на долгие-долгие годы. Удачи, Танечка! А попросим занавесочки. Когда просят, надо откликаться. Это моя Ольга, без которой я никуда. Счастье и радость друг другу дарите.
Пойте, играйте, пляшите и по-российски гуляйте. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй, гуляй и пой. А вы, а Головинские-то что сидят? Не знаю, что сидят. А Головинские-то что сидят? И смотрят. Гуляй, Россия! Выходите! Долой, закружился хлебом, солью праздник удалой. Как вино в простых ромашек песня хороша, не гуляет нараспашку русская душа. Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво. И поет душа крылата на синий ветрах. Всем друзьям тут хватит места, не расскажу жить. Будем вместе, будут песни, значит будем жить.